Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас на VIP-участке отдыхают просто удивительные люди. Удивительные они, пожалуй, тем, что они настойчиво попросили не делать им зарыбления. Вот за таким процессом мы их сейчас застаем. Есть. Добрый вечер. Добрый. И прям буквально несколько вопросов. Первый из них. Навеска, борьба, классика, как? Фантастика. Фантастика. Почему просили не делать зарубление? Ну, я один сегодня здесь. Смысл этого зарубления? Нет, ну как один с товарищем. Ну, он, правда, не ловит, он у вас больше. Да, сотоварищ. Сотоварищ, да? Да, и клев нормальный, все нормально. Зачем? Погода, в принципе, особой роли-то и не играет. Да. Ну вот как-то в одном уголке только вот клюет. Как-то в одном уголке, это какая по счету-то уже? Или вы до стольких считать не умеете? Я не считаю. Хорошо. Где-то восьмая или девятая. А почему на VIP? Вы обычно приезжаете на общий водоем, но сегодня вот как-то у вас VIP. Ну, на общем что-то тихо. Ну пошел на VIP. Хорошего отдыха, не хвоста, ни шеи. Спасибо.